Ретро-шутер Warhammer 40 000 Bolt Gun получил свое первое платное DLC под названием Forges of Corruption. В нем игроков ждет новая кампания, в которой ультрамарину необходимо выследить еретиков, скрывающихся в демонической кузне на 5 разнообразных уровнях. Там можно будет повстречать и 3 новых типа врагов — свирепых разорителей Черного Легиона, колоссального Хеллбрута и Терминатора. Новое оружие тоже завезли. В распоряжении игрока теперь будет ракетная установка, наносящая урон по площади, и мультимельта для сжигания еретиков. Для базовой версии игры меж тем тоже выпустили бесплатное обновление с режимом Орда, который в свою очередь предлагает 4 уровня сложности, а также свой набор достижений. А еще с патчем в игру добавили навигационный гид, помогающий ориентироваться на уровнях. Дополнение уже сейчас доступно на ПК, Xbox и PlayStation, а позднее появится на Nintendo Switch. Всем привет, это GSTV. Сегодня суббота, 22 июня 2024 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Вышел номер журнала Game Informer, в котором аж 12 страниц посвятили предстоящей Dragon Age The Veilguard. Журналист, работавший над столь объемной статьей, похвастался, что провел достаточно времени как в офисе BioWare, разговаривая с разработчиками, так и в самой предстоящей игре, в связи с чем в статье Game Informer имеются сюжетные спойлеры. Их мы вам, конечно, не расскажем, но просто будьте готовы к тому, что в сети они уже есть. Поговорим лучше про особенности предстоящего геймплея. Во-первых, разработчики из BioWare, похоже, в этот раз очень довольны своим движком. Они рассказывают, что это их первая игра на Frostbite, с которой они чувствуют, что действительно смогли реализовать все, что давно хотели. И в первую очередь, разработчики крайне довольны новой боевой системой. Бывший продюсер Dragon Age и консультант The Veilguard Марк Дарре говорит, что эта игра буквально первая часть франшизы, в которой по-настоящему чему будет интересно сражаться с врагами. По его мнению, в предыдущих Dragon Age боевка была сносной, но держалось все исключительно на сюжете. Теперь же бои в игре будут заслуживать отдельного внимания. Игроки смогут отменять анимации ударов или прерывать комбо с помощью рывка, чтобы автоматически продолжить его после. Уклонение станет базовой способностью героя, плюс появится возможность заряжать свои атаки. У всех трех классов появятся альтернативные атаки для разных задач. Для дальнобойных атак разбойники смогут использовать лук, воины метать перед собой щит, как бумеранг. А маги, напротив, наконец получат нормальную возможность ближнего боя, для которого смогут переключаться на магические кинжалы. В защите же воины и разбойники будут парировать атаки противников, а маги — возводить вокруг себя барьер. У каждого класса будет своя особая ветка прокачки и 3 специализации на выбор. Причем у компаньонов ветки талантов тоже будут уникальными, правда, не такими обширными, как у главного героя. Выглядит новое древо прокачки просто огромным, поскольку включает как активные, так и пассивные таланты. Но вроде бы разработчики пообещали без нужды не заваливать игрока цифрами, давая возможность вникать лишь в основные параметры. Максимальный уровень в игре 50-й, однако открыть свою специализацию каждый класс может заметно раньше, по словам разработчиков, уже к середине прохождения. Шкалы жизни у компаньонов теперь не будет, зато появится наглядная шкала взаимоотношений с персонажами. Причем по достижению определенных делений на ней игрок сможет открыть для них дополнительные навыки. Хидетака Миядзаки продолжил отвечать на вопросы журналистов, вызванные выходом Shadow of the Earth 3. Недавно стало известно, что дополнение предполагает примерно 30 часов геймплея, но это без зачистки локаций. Если попытаться найти все секреты, понадобится примерно 60 часов. Сам же руководитель From Software признался, что вообще-то всю историю Микелы Неомраченного, которая раскрывается в DLC, Джордж Мартин изначально создал как часть оригинальной истории. И все, что мы сейчас получили, должно было появиться еще в базовой Elden Ring. Непосредственно после сражения с Могом. Миядзаки сказал, что историю Микеллы пришлось вырезать по определенным причинам. И причины эти, как кажется сообществу сейчас, сводятся к 160 с лишним часам полного прохождения. Также геймдизайнер ответил и на вопрос, почему Месмер Колосожатель, будучи антагонистом, получил такой человеческий дизайн. По словам Миядзаки, Месмер далеко не так прост, как кажется на первый взгляд, а его роль антагониста может и измениться по мере прохождения. «Когда вы будете больше и больше вникать в суть сюжета», — сказал разработчик, — «я думаю, вы все поймете и воскликнете.
О да, это From Software. И что именно тут мастер имел в виду, не зная сюжетных спойлеров, понять, естественно, невозможно. Но будем надеяться, что Месмер все же не окажется еще одним персонажем, единым с Марикой. А еще геймдизайнер признал, что вовсе не изобретал тот жанр, который сейчас повсеместно именуют Souls-лайками или Soulsborne'ом. Просто студия From Software обратила на него внимание и популяризовала, привнеся некоторые каноничные элементы вроде костров, хаба и воскрешения врагов. Если вы желаете выгодно купить игру, про которую мы только что рассказали, то к вашим услугам сервис KupiCod. Тут актуальны все стимовские скидки, в том числе и те, что недоступны для российских пользователей. Товар вы получите на свой Steam-аккаунт в качестве подарка в автоматическом режиме в любое время суток сразу после оплаты. В продаже есть буквально весь Steam. Если ищете конкретную игру, вбейте ее название в поиске. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта. От вас нужна только ссылка на него, поэтому не беспокойтесь по поводу безопасности. Вбейте наш промокод GSTV, чтобы сумма была на 10% ниже. Если вас интересует пополнение, заходите на steamkupicod.com, выберите нужную сумму, требуемый регион, введите логин и совершите платеж. Не забудьте ввести наш промокод GSTV, тогда комиссия снизится на 2%, если вы уже пользовались сервисом. А если будете пополнять Steam первый раз, то для вас пополнение будет по рекордной низкой комиссии в 10% по специальному промокоду GSTV2W. KupiCod дарит вам максимальную выгоду в честь скорой летней распродажи. Напомним, что можно пополнять Steam и скинами, тогда вообще не будет комиссии. Если у вас не российский или казахстанский аккаунт, зайдите в раздел с подарочными картами. Они позволяют также недорого пополнять Steam любых других регионов, включая Турцию и Аргентину. Переходите на KupiCod и играйте во все новинки в Steam, как раньше. Ссылки в описании. Создатель и идейный вдохновитель сеттинга и ранних игр серии Fallout Тим Кейн неожиданно решил рассказать общественности небольшую историю про отмененную третью часть Fallout под кодовым названием Ван Бурен. По словам разработчика, вице-президент Interplay спрашивал у него совета перед тем, как отменить оригинальный триквел серии. Когда Кейн в середине 2003 года ушел из Interplay и основал свою студию, ему дали протестировать текущий билд Ван Бурен, рассказав, что эту часть планируют отменить, но его мнение может повлиять на ситуацию. После теста собранного билда и разговора с разработчиками, Тим Кейн сообщил вице-президенту Interplay, что на доработку всего этого уйдет не меньше года, или ровно год, если начать кранчить, а потом выпустить забагованную игру под дальнейшие патчи. Тогда в Interplay приняли решение об отмене уже близкого к готовности проекта, поскольку у компании не было денег на такую долгую доработку. Причем создатель Fallout признает, что это из-за него закрыли игру, и призывает фанатов не считать Interplay злодеями. Оказывается, что на фоне громких отмен и закрытий студий, он вот таким образом захотел проиллюстрировать, какое на самом деле значение имеют деньги для производства игр, а также подчеркнуть, что все это не так и страшно, ведь через несколько лет часть идей из Ван Бурен плавно перетекла в разработку Fallout New Vegas. Эксперт Digital Foundry Джон Линнеман проанализировал техническое состояние перезапуска Perfect Dark на основе недавно показанного геймплейного трейлера. О проекте известно пока крайне мало. Линнеман не смог даже точно выяснить, на какой платформе записывали геймплей Perfect Dark — на ПК или Xbox. Но проект определенно создают на Unreal Engine 5. Эксперт отметил, что то, что нам показали в трейлере, на самом деле является явно далекой от релиза версии игры. Но даже такая ранняя сборка выглядит впечатляюще и многообещающе. Специалист похвалил собранный билд и особенно проработку окружения и уровень его детализации, а также заметил, что разработчики использовали технологию Lumen для глобального освещения, поскольку оно очень насыщенное, глубокое и естественное, что особенно заметно в темных сценах. Но, по его мнению, для трейлера разработчики, скорее всего, использовали программную реализацию Lumen, а не аппаратную, что в целом обычная ситуация, особенно для консолей. Также в игре явно используются виртуальные карты теней. За счет этой технологии каждый отдельный предмет отбрасывает собственные тени, что повышает общую детализацию и реалистичность картинки. По его предположениям, билд, показанный в ролике, должен работать с нативным разрешением на уровне 720-960p, но с апскейлом до 1440p. При этом показанная частота кадров явно находится на уровне 60 FPS. Вот только даже в этом витринном геймплее она пока нестабильна, и время от времени случаются просадки. В итоге специалист Digital Foundry посоветовал фанатам набраться терпения, поскольку до выхода Perfect Dark, по всей видимости, пройдет еще достаточно много времени, хотя перспективы игры он оценил крайне позитивно.
В то же время другой специалист Digital Foundry, Ричард Лидбеттер, изучил геймплей Metroid Prime 4 Beyond для издания IGN, поскольку заинтересовался предположением фанатов о том, что геймплей этот записывали уже на новой консоли Nintendo. Однако эксперт пришел к выводу, что нам показали возможности лишь оригинальной Switch. На это, по его словам, указывают в первую очередь внутреннее разрешение рендеринга в 900p, а также заметные проблемы со сглаживанием и некоторые просадки FPS. Но специалисты Digital Foundry крайне впечатлило увиденное. Лидбеттер отметил, что шутер выглядит действительно эффектно. В Retro Studios, по его словам, отлично знают все возможности консоли и способны выжать из нее максимум. Правда, Ричард также предупредил, что на релизе Metroid Prime 4 Beyond может выглядеть несколько иначе, ведь Nintendo уже неоднократно приукрашивала игры в ранних трейлерах. Студия Hitori D Productions раскрыла дату выхода своего привиденческого хоррора Supernatural. К одноименному сериалу он никакого отношения не имеет. Зато в нем реализована система прямого общения игрока с духами. Призраки из игры всегда будут слышать пользователя через реальный микрофон. И, соответственно, активность потусторонних сил будет повышаться в зависимости от реакции геймера. Крики провоцируют привидений, а спокойный разговор, напротив, может их немного успокоить. Действие хоррора происходит в заброшенном доме, где частный детектив Уайт расследует таинственное исчезновение горничной. В игре от первого лица нужно исследовать пустующие комнаты, решать головоломки и спасаться от призраков. Привидений можно будет отстреливать, чтобы замедлить, но не сразу. Огнестрельное оружие появится у протагониста лишь в определенный момент игры. Supernatural выйдет 15 июля на ПК, снабженная переводом на русский язык. Для игры, соответственно, понадобится аудиогарнитура. Star Wars Jedi Survivor, кажется, все-таки портируют на консоли предыдущего поколения. Компания Electronic Arts еще в прошлом году, вместе с заявлением о солидном коммерческом успехе игры, объявила и о своих планах выпустить продолжение истории Кала Кестиса на PS4 и Xbox One. И недавно в издании Video Games Chronicle заметили, что этот порт получил возрастной рейтинг в Бразилии. А это значит, что Respawn и EA готовятся к скорому релизу игры на, казалось бы, устаревших, но все еще невероятно популярных консолях. По-настоящему хорош новостью. Это станет только если авторы решат заодно расширить список локализаций проекта и добавят в него русский язык. В Steam завершился фестиваль демоверсий «Играм быть», и по этому случаю Valve решила назвать 50 релизов, в демо которых сыграло наибольшее число пользователей, причем на некоторые игры из списка. Уже сейчас можно оформить предзаказы, а кое-какие оставили свои демоверсии в открытом доступе на платформе. Самой популярной игрой фестиваля стал симулятор выживания в мире постапокалиптического будущего Once Human от Starry Studio. Она, кстати, должна появиться на площадке в полноценном виде уже 10 июля. По сюжету, все население Земли, включая животных и растения, теперь заражены инопланетным существом — звездной пылью. А вы — мета-человек, переживший заражение и научившийся использовать силу этой звездной пыли для спасения планеты. Вторую строчку занял Level Zero Extraction, вышедший в открытую бету сразу после представления на PC Gaming Show. Здесь все почти так же, как и в других экстракшн-шутерах, но с научно-фантастическим сеттингом и возможностью играть за опасного пришельца. Также тут можно объединяться в отряды до 3 человек, собирая на карте до 12 наемников. На третьем месте 2D-экшен от китайских разработчиков, суть которого понять очень сложно ввиду отсутствия перевода даже на английский язык. Причем по количеству игроков он умудрился обойти, наверное, самый именитый релиз фестиваля — новую часть культовых гонок Test Drive Unlimited Solar Crown, которая расположилась лишь на четвертом месте. Сразу за ней идет Tiny Glade — милая медитативная игра про строительство замков. В ней, как пишут сами разработчики, нет никаких битв, никакой возни с ресурсами или страха допустить ошибку. Просто устройтесь поудобнее и стройте прекрасные замки на заросших лугах. Этот проект, кстати, очень ясно иллюстрирует набирающий обороты тренд на уютные игры, поскольку, например, возвращение именитой серии боевиков Metal Slug с подзаголовком Tactics в этом списке оказалось вообще лишь на 8-м месте. А весьма обширная демо-версия мрачной, но интригующей The Elders от 11-bit, получившая похвальные отзывы критиков, заняла 9-е. Впрочем, так называемый «солнечный Souls-like с масками» Enotria The Last Song, собранный на основе итальянских легенд, и вовсе не попал в десятку, заняв лишь 15-е место в списке интересов игроков Steam. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Boosty и Telegram. Заглядывайте почаще, у нас всегда есть новости. До встречи на GSTV!